Рассада хосты гибридной Janet, Janet, набирает все большую популярность у ландшафтных дизайнеров, неприхотливость сорта. Только что появившиеся листочки нежно-зеленые с более темной каймой. Со временем в центре листы становятся желто-золотистые, края ярко-зеленые, некоторые листья даже станут белыми при достаточном количестве солнца и создадут приятный контраст между листьями разного цвета. Цветение начинается в середине лета, цветочки светло-лавандовой колокольчатой формы появляются на тонких стебельках высоко над кустом. Специалисты отмечают высокую декоративность растения. Характерные особенности растения. Сортом хамелеоном. Сохраняет декоративность до первых заморозков. Неприхотливо к грунту. Больше чем сорт, отличается высокой морозостойкостью, выдерживает температуру до минус 35 градусов. Устойчив к болезням и вредителям. Хоста гибридная Janet – это травянистый высотой 30-40 см с типом роста, среднерослый диаметром 90 см. Окраска цветка лавандовый. Лист растения по форме сердцевидный. Весной листва по цвету желтые листья с зеленым краем, летом листва – желтые листья с зеленым краем. Хосту гибридную Janet создал Р. Оухара. Годом создания растения считается 1981. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.